Евгений Онегин был любимейшим произведением Александра Сергеевича. Пушкин начал работу над ним весной 1823 года, а закончил в сентябре 30-го. В 1833 году, 4 апреля, было опубликовано первое полное издание романа в одном томе. В течение недели было продано всего 5000-е издание, что было настоящей сенсацией для того времени. Критик Белинский назвал Евгения Онегина энциклопедией русской жизни. Пушкин в своем романе дает картину жизни русского столичного и провинциального общества начала 19 века, изображает воспитание столичной молодежи той эпохи. Наша съемочная группа в научной библиотеке Николая Лобачевского Казанского университета, и у нас в руках рукопись, датируемая в апреле 1833 года. В типографии Смирдина было отпечатано первое полное издание Евгения Онегина в одном томе. Данная рукопись, написанная каллиграфическим почерком, цена тем, что в конце тетради встречаются фрагменты водяного знака с отчетливой датой 1835. Таким образом, палеографические данные позволяют отнести ее к концу 30-х, началу 40-х годов 19 века. Александр Пушкин работал над этим романом более 7 лет. В произведении на широком фоне картин русской жизни показана драматическая судьба представителей русского дворянства первой четверти 19 века. Роман, за исключением писем Татьяны и Онегина и песни девушек, написан особой онегинской строфой. Каждая такая строфа состоит из четырехстопного ямба. Первые четыре строчки рифмуются прекрасно. Строки с пятой по восьмую попарно. Строки с девятой по девятнадцатую связаны кольцевой рифмой. Оставшиеся две строчки строфы рифмуются между собой. Работы над произведением Пушкин называл подвигом. Из всего своего творческого наследия только Бориса Годунова он характеризовал этим же словом. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Универньюз.